преподаватели Академии художеств имени Репина, они у нас трудятся очень интенсивно. Получилась у нас уже такая замечательная ретроспектива, начиная от 70-х годов 20 века, где вот у нас также есть портреты известных металлургов, героев труда. Вот Гутарова есть портрет прекрасный, мы его довольно часто экспонируем. И вот в этом году у нас появился такой замечательный металлург кисти преподавателя Академии художеств имени Репина Александра Юрьевича Новоселова. Видите, какой он характерный, какой он необычный взгляд его на человека труда. Очень часто люди культуры как-то далеко оказываются от человека труда, а ведь это тоже часть нашей жизни, огромная часть и, возможно, преобладающая часть нашей жизни. Это вот такой повседневный труд, а у металлургов он еще и очень непростой, и даже отчасти героический. Thank you.